Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о судьбе пьяниц и самых угоняемых. С пьяницами за рулем борются во всем мире, от Боливии до Северной Кореи. В зависимости от строгости законов, алкозависимому грозит или крупный штраф, или даже тюрьма. В странах, где культура вождения более-менее есть, случаи попадания подобных граждан в руки полиции редки. Обычно это или звезды второсортных сериалов, или отчаявшиеся клерки. В нашей стране, по утверждению гаишников, пьянство за рулем носит чуть ли не массовый характер. Чего только гаишники не делают. А число тех, кто за рулем закладывает за воротник, не снижается, хоть ты тресни. Так вот, решили в МВД, что пора опять ужесточать правила. Это понятно. Если профилактика не работает, давайте запугаем. В министерстве предлагают приравнять пьяную езду к преступлениям средней тяжести. Логика тут простая. Пьяный идиот, случись ДТП, нанесет ущерба именно на такую категорию преступления. Если сейчас подобный индивидуум может сесть всего на 2 года, то в предложении министерства звучит фраза «от 3 лет». Правда, касается это тех, кто пойман в пьяном виде повторно или повторно отказался от поездки к доктору на освидетельствование. Глядишь, и порядка прибавится, или достатка у нечестных на руку. Крупнейшие страховые компании России назвали самые угоняемые автомобили столицы нашей Родины. Удивительное дело, рейтинги почти на 100% японские, ну то есть в них в основном японские автомобили. Первое место, по мнению страховщиков, принадлежит Toyota Camry. Не отстают от родственника и Land Cruiser 200, и его младший брат Prado. Здесь же и Lexus LX, и RAV4. Среди европейских брендов пальма печального первенства принадлежит Gelandewagen, BMW X6 и Range Rover. Интересное дело, если раньше в списке угоняемых значились аж 3 модели Mazda, то теперь осталась лишь одна, и это кроссовер CX-5. Что до наших, тут все без изменений. Лидерство Гранта и Приора в этом списке пока неоспоримо. Это была «Территория машин». Берегите ваши автомобили. «Территория машин».